Ну да. И тем более они даже немножко как-то перекликаться, не выбиваться из общего стиля. Вообще. Я вот все понимаю. Я вижу человека, я вижу пейзаж, я вижу растения. Да, и вот там лица тоже, там лица во всем мире. Все хорошо, очень часто очень читается. Там mm-hmm. вообще много лиц, это семья, да, по-моему. Вот эти вообще для живописи вообще крутые, и вот это круто все. Нюта рассказывала, она очень интересно все это рассказывает, что Дмитрий сказал, во-первых, это на продажу здесь висит, а это он говорит, я вам нарисую на стенах, mm-hmm. чтобы вы не передарили, mm-hmm. чтобы это навсегда осталось. Да, да. Тебе это нравится, да? То есть ты понимаешь? Да, это круто. А вот у нее написано, вот тут вот. Угу. Мы сделали небольшую такую. А, да. Так, ну это он написал просто стейтмент своей живописи. Угу.